Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни возопьют». Приближающийся праздник входа в Господень в Иерусалим, мы слышали замечательные слова о том, что Господь нам говорит, когда, если мы скажем умолчать людям, то камни возопьют. И во времена безбожной власти многие храмы были порушены, и эти камни вопияли Богу. И теперь вновь эти камни вопиют и рассказывают людям о Христе. И люди приходят к этим камням и возрождают наши храмы. Полом уже несколько лет назад местные жители, председатель сельского поселения решили открыть молитвенное здание, тем более здание, которое было запущенное, но когда-то принадлежало церкви. В середине была церковь, а кругом были, как раньше было заведено, при церкви были как торговые ряды. Поэтому такой уголок там остался в Поломе, пустой. У нас вообще в поселении 16 населенных пунктов. На население у нас в пределах 1200. В Поломе проживает 900 человек. Но основная проблема – это, конечно, наша молодежь, алкоголизация. Я не скажу, что не созданы условия. У нас хороший дом культуры, у нас два кафе. У нас открылся фитнес-зал, у нас сельская библиотека. У нас, в принципе, все условия созданы для того, чтобы молодежь жила нормально и интересно. Ну и потом, и большая проблема, что не работает сельхозпредприятие, самое крупное у нас, градообразующее, по идее. Поэтому молодежь в основном уезжает в город. Когда я баллотировалась на пост главы сельского поселения в 2008 году, вот один из пунктов моей предвыборной программы, это было восстановление церкви. Потому что это было пожелание людей. Я живу среди людей, слышу эти разговоры. Училась. Здесь была пекарня, хлеб выпекали. Вот продавали вятого кошечка. Это где-то 58-59 год. Вот. А потом были магазин. Прежде чем начать строить церковь, мы собрали сход. Мы собирали сход в Доме культуры. Ну, как типа собрание, значит, провели, что вот давайте строить. Народ поддержал. Сейчас все везде уже церкви строят, в нашем селе тем более. Оно купеческое село, старинное село. Без церкви уж никак нельзя. Желтое вот это здание мы подбирали первый раз. Здесь жил батюшка до революции. Но оно уже нужно было выкупить, потому что там частник жил. И у нас стали проблемы выкупать, денег-то нету. И решили мы, значит, снова осмотреть здесь все, которые пустующие здания. Вот это здание мы облюбовали. Благочины Всехсвятской церкви, вот отец Николай благословил нас на восстановление церкви вот именно здесь. И с его одобрения в 2008 году мы и начали. Здесь была гора мусора. Здесь было ужас, что все силами жителей, народу было очень много. И взрослые, и дети, и молодежь, все общими силами мы все вычистили. Есть люди хорошие, есть люди злые. Вот да, даже если судить по тому, как мы собираем на восстановление церкви, кто-то, эти же старики, пенсионеры, меньше 500 рублей не дают. Работающие люди 50-100 рублей от силы. Есть люди, которые за шею гонят вот, представителей церковно-приходской общины. Больше не приходите. Есть люди, которые из города приезжают сюда и тысячами дают. Был случай, сам же отец Николай рассказывал, вот он приехал сюда как раз посмотреть, как движется работа по восстановлению церкви, остановился мужчина и так просто сдал хорошую сумму денег, за счет которой вот купол можно было установить.
Если ты был добрый человек в советские времена и в прошлом веке, ты сейчас остался добрым. Вот если есть там внутри что-то, что сподвигает на добрые дела и что сподвигает на то, что верить нужно, что будет хорошо. Ведь много людей сейчас, конечно, отчаявшиеся. Основная идея этого всего – сплотить народ вокруг благого дела. А нам-то необходимо, тем более с Паломом, нам кажется, все-таки творятся несправедливые вещи. Если здесь был совхоз-миллионер, село процветало, сейчас на ладан дышит. Мы считаем, что если церковь у нас восстановится и начнет работать, то и жизнь все-таки наладится. Здесь храм, вокруг храма всегда будет восстанавливаться жизнь. Будут приезжать люди потихоньку, помаленьку, и думаю, что любое село так и должно возрождаться. Ну, здесь даже у нас уже проводились службы. Молебны проводились, освещали воду. Приезжал отец Николай, и мы очень довольны. Это уже два раза у нас освещали воду. Приятно слышать, когда наши люди вот со своим родственником хвастаются. Вот у нас восстанавливается церковь. Ведь она вот, когда ее побелили снаружи, это было видно всем. Проезжали вот у нас соседние поселения Филипповское, Мокрицовское, и главы, как коллеги, что Татьяна Борисовна, как у вас стало центр, все села преобразился. Я не хочу сказать, что вот это было благодаря мне, я это все сделала. Невозможно без людей это сделать. В сердце уже вселилась уверенность, что храм у нас хоть вот такая маленькая крупинка того бывшего, такого великолепия, которое у нас было, восстановится. Вот хотя вот такая маленькая крупиночка будет напоминать нам о прошлом. И чтобы хоть наши внуки, когда проходили около храма, о чем-то задумывались, о добром, хорошем и вечном. Возрождаются не только вятские храмы, но возрождаются духовное образование на вятской земле. И теперь есть возможность возродить здание вятской духовной семинарии, где будет центр духовной, образовательной и культурной вятской земли. Ансамбль вятской духовной семинарии – это чудом уцелевший целый комплекс зданий, их 7 всего. Ансамбль создавался на протяжении 18, 19, начала 20 веков. Он имеет огромную архитектурную, историческую ценность, имеет огромный потенциал, потому что эти здания живы, эти здания сохранились. Не прекрасно, конечно, но сохранились. Это вот южный корпус, учебный. Здесь была учебная церковь, вот окна вот здесь, вот кругленькие вот там. Вот. Здесь была библиотека. Оказалось, что это Росляков, первый губернский архитектор. Надо сказать, что это же должны были разрушить все. Вы все обмеряли, мы обмерили за неделю. Две, наверное, а может быть и две, да. Но вы потом повезли эти материалы в Министерство культуры и утвердили паспорта. Да. Вот это главное здание, это архиерейский дом. Его построили в 1795 году. Представляете, сколько ему лет? Вот, смотрите, вот мы только что были здесь, а сейчас мы сюда. Вот мы здесь сейчас стоим. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вот все южные окна, первый и второй этаж, это все храм. Что такое обмеры, исторические обмеры здания? Во-первых, задача была поставлена паспортизировать то, что сегодня у нас здесь находится. Поставить в управление культуры на государственный учет вот все эти объекты, которые сегодня являются памятниками федерального значения. Вот это и есть архиерейский дом. Более 30 лет мы здесь не были. В 82-м году обмеры мы сделали. Вот это тот самый коридор, который вел в храм. Там классы, классы, а наверху архиерейские покои. Посмотрите, даже дверь сохранилась. Вот она. Все двери на месте. Над этим комплексом трудились великие архитекторы. Этот комплекс строили замечательные вятские строители. Это наша история. И уже в 20 веке его открыли студенты, молодые люди, открыли этот ансамбль для нас. Мы сохранили благодаря их открытиям этот ансамбль. В 1982 году, это второй был дипломный проект на кафедре архитектуры, наверное, и епархия с нашей работы, может, получила тоже плюс, потому что наша работа сегодня, наверное, станет основанием для реконструкции, для восстановления в том виде, в каком он был. Посмотрите, это же остатки церкви домовой. Карниз – это церковный карниз. Здесь паникадило висело, розеточки –
Мы сейчас стоим над алтарем. Здесь перекрытия не было. Но вот если представить, вот он карниз, вот здесь паникадило, вот лестница на хоры, из хор прямо входили в философский класс на втором этаже. Вот там, где лампы, там видны следы двери, вот этой двери, а вход был западная дверь. Мы сейчас прямо вот на этом историческом месте стоим. Представляете, какая высота помещения? Нужно срочно восстанавливать. Срочно восстанавливать храм 12 апостолов. Домовая церковь. Людмила Борисовна, по-моему, уже 5 лет, как отсюда выехала вертолетное училище. Да, совершенно верно. 5 лет забвения, отсутствие отопления, сделали свое дело. Смотрите, какие протечки. Это же нужно срочно закрывать, да, ведь? Срочно. Нужны средства, чтобы немедленно хотя бы защитить от осадков. Вот это первое, что нужно сделать. Ансамбль формировался на протяжении нескольких веков, и в начале 20 века это была идиллическая картина. Загородная резиденция стала местом Вятской духовной семинарии. А это была уединенная территория, но благоустроенная территория. Ведь в ансамбль, кроме 7 зданий, входил еще и регулярных очертаний пруд. А над прудом стояла баня. И пруд был обсажен прекрасными деревьями. Людмила Борисовна, это очередной класс. Я вспоминаю, здесь стоял вертолет. Точно, вот здесь стоял вертолет, потому что высота-то его 6 метров. А на самом-то деле, вы знаете, что это был приемный зал архиерея. Вход был отсюда, поднимались по лестнице, сюда шли учиться, а сюда вот это апартамент архиерея. Большой зал, здесь камин был большой. Это его спаленка, вот спальня архиерея, очень уютная. И кабинет. Над храмом. Но, кстати, архиерей в середине 19 века подарил свои апартаменты семинарии и больше сюда уже не приезжал. Это была уже просто семинарская вотчина. Здесь только классы были. Когда архиерей подарил все, это стало все классами. Это стало с храмом. И вот можно было из этого коридора, окошечко было, наблюдать за службой. И из класса можно было наблюдать за службой. Все продумано, все продумано. Потом нужно учесть, что это было загородное. Это, город-то далеко был. И вот это уединенное место позволяло сосредоточиться именно на учебе. Это очень важно было. Не в городе, вот это уединенное место, как лицей Пушкина, правда? Царское село. Да, это да, наше да. Царское село. Как хорошо, что он сохранился. Это чудо. Это вот чудо. Здесь нужно военным спасибо сказать. Хоть в таком виде, но они его сохранили. И даже конкретному да. военному командиру Евгению Артемчуку Навину, который спас именно это здание. Важнейшим событием последних лет стало решение министра обороны передать этот комплекс Вятской епархии. И, конечно, сейчас мы очень надеемся, что здания будут возрождены, даже верим в это. Но, конечно, определенные средства на это понадобится. И нужны люди заинтересованные, которым дорога история Вятской земли, которым дорога история и архитектура, и память о предках. Здание, весь ансамбль просто вопиет, просит помощи у добрых людей. В сегодняшнее время наша задача теми силами помогать в возрождении Вятских храмов. И словом, и делом, всем, чем мы можем помочь. И также важно, чтобы мы эти усилия полагали искренне от сердца. И хранит Господь вас, и поможет в этих добрых начинаниях.